Оставаться дома и беречь себя призывают самарские знаменитости. Актриса драм-театра Жанна Романенко уверена, неделя свободного времени – это отличная возможность, чтобы вспомнить про чтение любимых произведений, до которых в суетливые будни у многих не доходят руки. Жанна Романенко обратилась к самарцам в стихах. По капле время утекает, течет сквозь пальцы, как река. Меня знамением воскрешает моя трехперстная рука. Я обращаюсь с мольбою, чтоб хлеб насущим дал нам днесь. Ведь Бог, наверное, был со мною, когда решил, что хлеб мой здесь. Чтоб от лукавого избавил, в искушение не вел, чтобы вниманием не оставил, чтобы к истине привел. А истина, как хлеб простая, все знают, Бог это любовь. Кто любви не забывает, других воскреснет вновь и вновь. Как быть наедине со всеми и никого не позабыть? И, может быть, осталось время нам о душе поговорить. Я не забуду ваши лики, как не забуду лик святой. Мои глаза тому улики. Спасибо вам, что вы со мной. Дорогие мои, берегите друг друга. Вместе мы справимся.